Ну что ж, всем привет, с вами я, с Боевитом, мы сейчас играем Farmer's Life. Так, пошли поспим, наверное, потому что мы что-то встали прям ночью, да? Сколько сейчас время? 0:47, ну да, час. А где-то в 5 или в 6, ну в 5, ну мы все лето на ферме. Что нужно вставать рано, чтобы все дела поделать. Так, окей. Кто-то бродит по моей фирме, а я сплю. Ну, пожалуйста, ты действительно нашел силы и желание, чтобы привести хозяйство в порядок? Мусор исчез, но дом ничем не напоминает тот, что был раньше. Он рыжий и грустный, отслоилась краска, полностью выцвела. Твоя мать любила яркие цвета и всегда заставляла мужа красить стены и крыши. Сделай радость матери и добавь немножко цвета дому, в котором ты родился. Вот такое письмо. Покрасьте семейный дом. Как это сделать? Так, окей. Казимир не художник, однако он должен справиться с окраской деревянной стены, крыши или транспортного средства. Просто нужно получить краску от Степана на рынке, и вы уже можете украшать свое окружение. То есть не нужно, да, там ничего такого, просто краску. Как его там зовут? Степан. Степан! 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 Так, где наша свинья? А на чем я буду ехать? Воздержание дьявольские запредения. Голодным он не побежит быстрее. Так, а как его накормить? Подробней. Надеть шапку, ешь, ударь. А, ешь, подожди. А, ешь, не то. Назови. Ударь ногой. А как его покормить? А как их покормить? Подожди. По-моему, у меня животные голодные все бегают. Как их кормить? Блин, а нам вилы, походу, нужны для этого дела. Да это навоз. Так, подожди, L или как там? А, справка. Такая езда на животных, изготовление папирос. Можно папиросы изготавливать. Так, кормление животных. Животные всегда найдут себе пищу, поэтому с голоду не умрут. Но если вы будете их кормить, они отблагодарят вас разными способами. Куры станут нести больше яиц, корова будет давать больше молока, даже лошадь будет работать усерднее. Кроме того, от сытого животного можно получить больше мяса, чем от голодного. Достаточно найти приспособление для кормления, например, кормушку, поставить его в доступном месте. Я понял, нам кормушка нужна. А у нас здесь, походу, нету кормушки. Ни хрена такого, да? Другое. Улей, компостер, гараж, навозохранилище, главный выключатель, навес, журнал, сарай. Ой, блин, как его? Здесь нету, по-моему. Здесь есть заборы, калитки, компостер. Это убрать. А где кормушку взять-то, твою мать? Это что такое? Короче, я не знаю, как их покормить. Я должен вообще-то где-то взять кормушку. Но я не вижу здесь кормушки вообще хоть какой-нибудь. Это компост. А велик тоже нету.
Очень странно. Как я должен что-то делать? Подожди, зачем я, блин? У нас же быстрый переход есть. Ферма Анны. Рынок Залесье. У нас же быстрый переход есть. А я все время забываю. Поторгуем. Что у тебя? У кого можно кормушку там типа взять или... Понимаю, что можно мясо купить и так далее. Но... Типа... Предметы... А, вот она. Корыто. Кормушка. 350 стоит кормушка? Ёканый бабай. Не любишь? Блин, краска 350 стоит, прикинь. Пиздец. Так, ферма, это что? Это что за красная точка? Типа мусор там? Давай посмотрим, да, кстати, там можно будет мусора набрать. Что-то типа того. Ну, точнее, старье. А старье он, по-моему, должен покупать. Может, мы на этом разбогатеем. Где-то была эта тема. По-моему, недалеко от нас, только в какой стороне, непонятно. Ну, по идее, вот эта красная точка на карте. По идее. Либо это открытый бункер, который был. Потому что я не понимаю, что им можно продавать. В таком количестве это вообще, блин. Вот. Так, собери. Современная фирма не то. Вторая жизнь металлолома. Расширять. Собери лом, отвези лом. Его, правда, было найти легко. Степан наверняка найдет ему применение. Вторая жизнь металлолома. Блин. Пятерик нужно отложить. Окей, сейчас мы... Да, мы сейчас уже... Блин, а можно как... Подожди, свою точку можем поставить, да? Собственная точка. Во, охрененно. В смысле ты носишь слишком много? Нормально все. А, 53, твою мать. Так у нас же 40... Ага, точно. Блин, очень много. Сколько яблока? А, это все вместе. Молоток 2 кило. Весит. Записка в бутылке. Да блин, мы даже, наверное, так отпусти.
Так, еще одну тогда убрать придется. Ну, придется мотнуться. Придется мотнуться тогда. Так, 35. 40. Сколько оно? 6 килограмм одна получается? Нет, по 3 килограмма получается. Ну да, нам не влазит пару штук. Ладно, сюда вернемся сейчас по-быстрому. Ничего страшного. Здесь самое удобное перемещение. По крайней мере, оно хоть не заставляет тебя бегать от точки к точке, блядь, по 100 раз. Давай свою точку установим. О, блин! Один раз можно точку сделать. Ё-моё. Ладно, ладно. Я хотел просто поближе, рядом с ним появиться, но... Но вышло, как вышло. Ладно. Ладно, сейчас тогда металлолома этого хлама наберем. Уже 130 есть, да, у нас? 280. А нам нужно 350 на краску. Вопрос в том, сколько еще там краски, во-первых. Это непонятно. Насколько ее хватит. Вдруг там нужно несколько, блин. Так, а вещи пропали, которые я скидывал? А, нет, нет, нормально. Да блин, он опять будет ее прочитать. Ай, ладно, пускай лежит. Так, сколько у нас? 23. У нас 54. А как так? Было ж 43, по-моему. Это как? Чё, очень странно. Было 43, стало 54. Чего, блин, спрашивается? Как это работает? Так, Джасон. Так, окей. А, ага. Он еще денег насыпал. Так, срочно нужны новые доски. У меня есть заказ, мне нужны доски, но они должны быть новые, потому что они будут на виду и должны хорошо пахнуть. У меня хорошие доски закончились, а с близнецами мы недавно поссорились, поэтому сейчас я не хочу их ни о чем просить. Можешь сделать для меня пару новых досок? Я не могу дать тебе мою пилу, это память о моем отце. Ладно, посмотрим, что сможем сделать. Топор и пила нужно. Поторгуем. Ёпты. Ой, не, мне краска нужна для начала. У меня задание. Ну ладно, давай. Все-таки найдем инструменты. Сколько стоит? 140. И пила еще нужна. Вот теперь мы можем делать доски. У меня 180 не хватит, да? Стой, у меня же лом еще немножко есть. Старье, точнее. 200, 150 нам нужно. Давай тогда еще возьмем. Как-то странно, оно считает иногда. Непонятно. По поводу веса что-то здесь реально непонятно. Такое ощущение, будто он каждый раз по-разному рассчитывает. Так, откидываем 54.
Трёвечку откидываем. 50 еще одну откинуть можно. Так, 52. Это мне придется дерево, да, рубать? Я так понимаю. Рубить дерево придется. Держи. 160. Так, есть. Краска. Сколько ее? Говорят, что она хорошо подходит для покраски бойни и других кровавых мест. Это глупо, ведь кровь в основном льется на пол. Ну да, кстати. Давайте синюю возьмем. Давай зеленую. Сейчас посмотрим, насколько краски хватит как раз. Выполним несколько. Это что? А, бункер. Так, окей. Вон там деревья есть хорошие. Давай возьмем краску, наверное. Покрасим, наверное, крышу. Попробуем. Так, возьми лестницу. Для начала крышу покрасим. А это все оно вместе покрасится или что? Походу да, слушай, потому что нету типа отдельных зон, которые нужно красить. Походу оно сразу покрасится. Уф. Хорош, хорош. Не, ну крыша, конечно, старовата. Да и смотрится оно, конечно, немножко убого, честно сказать. Может быть, красный был бы получше. Ну, давай теперь с домом разберемся. Ну, тоже, да? Таким же образом. Так, покрасьте семейный дом. Ну как он выглядит? Ну слушай, выглядит хотя бы немножко ухоженным. Блин, краска кончилась. Ладно, я понял. Ну в принципе на крышу, на сам дом хватило. Хотя я дом, наверное, бы покрасил в красный, либо белый. А крышу, наверное, какой-то, да, в принципе, и зеленым тоже нормально. Давай используем топор. Топора есть какой-то срок годности? Так, отлично. Так, окей, и... Ага, вот. Сейчас мы разделим это все. Слушай, вроде играется неплохо. Блин, его запрячь нужно. Фу, это... А как? Чего? Не, подожди, унеси. Ну, медленно, да, но у меня коня нету.
Что я сделаю? Некого запрягать. Так, вот так вот. Окей, давай берем тогда. Нифига себе, там досок. Блин, а досок нормально-то. Слушай, 12 штук с одного дерева, ну, с одного бревна получается. Нифига себе, нормально. Так, сколько нужно? 20 штук нужно. Интересно, на полу можно его делать? Или там... Да, слушай, без разницы, в принципе. Все, 20 штук есть, поехали. Поехали. Это достаточно простое задание. Отвези доски. Это не то, мне нужно было... А, мы выполнили задание с покраской. Хорошо. The LBC and the Colkin position. Блин, не хватает. А, хотя нам на краску не нужно, да, я понял. Давайте попробуем сделать выключатель. И такое прочее. Лампочки у меня нету, да? Ах, ну да, лампочку нужно. Хотя мы одну нашли. Так что нормально. Вот, электричество. Я понял. Сейчас мы возьмем немножко металлолома. Эх, окей, где там нужно было сделать подвесной светильник, выключатель, установить лампы и выключатели в кухне. Угу. Кухне нужно сделать. У нас теперь есть свет. Современная ферма. Круто. Круто. Опять алкоголизм. Это задание, походу, в долгую, да? Топливный фильтр у нас есть. А, походу, шип-трактор. Шип-трактор сделать нужно, походу, либо все запчасти где-то искать. Крутяк. Теперь нужны лампочки хотя бы. Не, давай мы сейчас возьмем еще немножко металлолома.
И, наверное, кормушку купим. Она там тоже вроде 350 стоит, что-то такое. Что-то такое. We miss like Stenia do book atenia. Вот видишь, лампочку не могу купить. Падла, блин. Я приберег это для других. Пошел ты нахер. Я никого я здесь видел. Вот, виллы есть. Кормушку у кого-то. У кого я видел кормушку? У Степана, по-моему. Кстати, да, вот этого чела. Филипп это. Филиппушка. О май гад. Берем задание, нам нужно улучшить с ним отношения. Трава нужна сейчас. Какой-то гад сжег мое сено. То, что удалось спасти, сгнило от воды, которые тушили пожар. Мои животные любят сено, а у меня сейчас нет времени косить. Я знаю, что мы не всегда ладим, но если ты мне поможешь, я буду благодарен. Я не могу одолжить тебе косу, я ее дома оставил. Спасибо, блядь. Хотелось бы помягче, но спасибо. Теперь все инструменты нужно покупать. Вообще, кому нужно сказать спасибо, это... Херась, она 420 стоит. Коса, блядь. 420 стоит. А, так у меня 420. Раздобудь косу. Трава, Филипп, расширить. Коси траву, скошенная трава 40. Окей. Да, маленькие задания такие. Ну, давай вот эту, наверное, траву скосим. Так, используй. Хорош. Да есть же траву. Травушечка, травишечка, травушка. 40, по-моему, нужно. Да, красота, блин. 55 у меня. Ладно, если что, мы ему продадим просто и все там. Излишки, так сказать. Так, поставьте траву. Есть. Хорош. Держи еще траву. В смысле, тебе ж нужна была трава, я вот тебе хочу ее продать. Пошел ты куда-нибудь. Так, что я там за задание еще брал? Не, больше ничего не брал. Вот это по заданию интересно. Хотя давай у него посмотрим, что может быть. Я могу помочь? Пьяный Родео. Мой отец с братом любили одно дурацкое развлечение. Гонки такие. Готовили двух свиней, напивались как следует, а потом нет. Ты не о том подумал. Да я об этом и не думал. Они садились на свиней и проверяли, кто из них дольше продержится на спине свиньи. Ты должен знать, что свиньи не любят пьяных мужиков, тем более на своей спине. Если ты продержишься хотя бы 10 секунд такой езды, я дам тебе кое-что в награду. Как ты смотришь на это? Хорошо. Как и где это выполнить? Напиться легко, сложнее будет прокатиться, хотя 10 секунд это не так уж много. А шарик или любая другая свинья не может так быстро... носиться, правда? Напиться легко, это скорее всего пиво нужно. Свежие яйца. Подожди. Эх.
Одну бутылочку мне, пожалуйста. Все? И нам сейчас на шарика нужно? Или как? Потому что я что-то не понимаю. По-моему, задание. Блин, не знаю, как это знаем. Подожди, может бутылку бодяры дарахнуть? Давай. Все? А, точно, вот так походу нужно. Их-то легко напиться. Подожди, шапка. Какая шапка? Поехали. А вот это Родео. Объездит свинью. Окей. Ну и создание, блин. Заставили меня бухнуть. Спасибо, блин. Спиваете меня. Две курицы он мне дал, прикинь. Охренеть. Фух, ладно. Чем я могу помочь? Новая жизнь. Нет ничего прекраснее чуда зачатия. Просто нужно немного осторожности и терпения. Интересно, получилось бы у тебя? Держу пари, что нет. Вырастить свинью, ягненка или козленка. Может быть, даже жеребенка. Если у тебя получится, я передумаю и назначу какую-нибудь награду. Чего? Чего? Отношения, кстати, повышаются. Я не знаю даже как-то. Как это выполнить у него? Очень странно. Может, петуха? А что петух? Постоянно важничает, иногда так и напрашивается, чтобы его укоротили на голову. Особенно, когда кукарекает слишком рано, но благодарен ему рождаются новые цыплята, поэтому с ним нужно жить в согласии. Петушара. Окей, берем. Это... Куда ты? Блин, это мне нужно с ним вот так вот назад возвращаться? Вы что, издеваетесь? Подожди, а можно быстрый переход вместе с ним сделать? Я надеюсь, что... Ой, хорошо, спасибо. Это работает. А там вроде про цыпленка было. Короче. Так, и курочки две новые. Так, отпусти, положи, положи, окей. Вон какая черненькая. Вот так вот и беленькая, как это выпустить е. Все, поехали. Курочки, поехали размножаться. Давайте. Четко, 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 вообще четенько. Блин, вилы нужно купить. Очень прям не хватает их. Убирать это говно. Краска еще нужна. Ну ладно, это уже потом сделаем. Что он там, конь нарисован? А, у нас же кьюшечка есть, этот автобег. Ну что ж, на этом все. В принципе, и так много сделали доп. Заданий и такого прочего. Еще в следующий раз покрасим, наверное, амбар вот этот и так далее. На этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, TheBayVitor. Всем пока-пока.